Новых игрушек много не бывает. Особенно это верно для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 30 ребят социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Звездочка» в селе Пестравка ждут новую семью или когда родители смогут забрать их домой. А пока к детям в гости с подарками приехали представители холдинга «Волгопромгаз». Кроме игрушек и канцтоваров, привезли мебель, фотоаппарат и холодильник, который был так нужен центру. Ну, я думаю, в первую очередь «Волгопромгаз» поделился с нами своим душевным теплом, своей заботой, своим прекрасным вот таким отношением к детям. Это очень приятно, поверьте. Ребята встретили гостей концертом из вокальных номеров, вручили поделки и поблагодарили за гостинцы. Мне нравится тем, что она без крыши, и в ней можно тут вот как открывает капот, а у остальных не открывается. И у нее вот это вот интересное. Благотворительность – это стезя, которая может повлиять на ход формирования личности молодого человека. И чем больше будет у него таких больше радостных дней в жизни, тем, значит, у него будет и восприятие мира, ощущение совсем другое. В честь 20-летия холдинг «Волгопромгаз» привезет подарки в каждый детский дом Самарской области.